Северный парк уже давно стал любимым местом отдыха славянцев, а с начала лета творческая жизнь здесь кипит с удвоенной силой. Каждые выходные и праздничные дни в парке проводятся разнообразные тематические мероприятия, которые будут интересны славянцам самого разного возраста. Управление по делам молодежи – комплексный молодежный центр «Континент». Одним словом – молодежка СНК. Рады приветствовать вас в Северном парке, на нашей традиционной площадке «Молодежный кинолов», для того, чтобы мы открыли сезон поющих гитар. Поющие гитары – это творческая площадка для всех активных и неравнодушных славянцев самого разного возраста, где они могут выступить, исполнить свои любимые песни и порадовать земляков. Эта площадка будет работать в течение всего лета, а старт был дан в минувшие выходные с фестиваля песен «Счастье быть молодым». На фестивале прозвучало более 15 песен. Их исполняли как совсем юные артисты, так уже и известные в нашем городе. Иван Магда исполнил свою авторскую песню, посвященную родному городу. Песня «Город мой» родилась буквально год назад в своей небольшой творческой студии дома. Конечно же, как музыкант я хотел написать такую песню, которая бы олицетворяла весь колорит своего города, города какого-то другого. И вообще, в принципе, просто песня про город, который объединяет сердца, души и там, где ты рождаешь свою семью, там, где ты работаешь, там, где твои родственники, родные, близкие и так далее. Вот сейчас эту песню исполняет Николай Басков, и она активно пользуется успехом. Зрители тепло встречали каждого участника фестиваля. Всем артистам были вручены благодарственные письма за активное участие в творческой жизни города и района. Такие теплые, творческие и душевные фестивали теперь будут проходить практически все выходные. Приходите, участвуйте или просто слушайте и наслаждайтесь прекрасной музыкой. Анна Монастыренко, Станислав Брубыко, программа «События».